Дорогие подписчики, вот я хотел бы вам показать, то есть у нас, как бы видите, хороший такой павлиник мы построили. Здесь маленько у нас вот, где деревяшка прикручена, там у нас тоже будет также тростником все. Вот, не успели в том году. Вот, я хотел вам показать на всякий случай, как внутри все происходит. Вот, заходим. Значит, здесь еда у нас, колеса, понятно. Вот, и вот они, павлинчики. Сидят, вот немножко, конечно, они насвиничали. Ну, ничего. Папка придет, все уберет. Вот, павлик сидит, глава семейства. Красивый. Ух, какой. Паш, может, все скажешь, нет? Подписчикам. Не будешь ли? Ну, ладно, в общем, такая примерно тема. Вот они так гуляют, ходят здесь. Кормушечка, там поилочка, тут колесики, тут вот, кстати, яйца воспроизводятся, павлине. Вот примерно так все. Да, Пашка что-то переживает. Паш, ну-ка иди, походи, давай, покажем. Ну, ох ты, какой красавчик. Вот, раз, вышел, ушел, все. Опа, закрыли дверку назад. Дверь, кстати, всегда на себя открывается в павлиниках. Ну и вообще. Вот так вот примерно все и происходит. Вот. Спасибо за внимание, как говорится.